Всем привет! Я защитник баскетбольного ЦСКА Михаил Кулагин. И 8 марта – отличный повод, чтобы подарить девушкам цветы. Где же, где же, где же ты, моя любовь? У меня в руках билеты на игры. Я считаю, что это отличный подарок – провести праздник с нами, с нашей командой. Мы постараемся порадовать всех девушек. Без исключения, кто придет на нашу игру, вот, поэтому начнем. Девушка, здравствуйте. Хотел поздравить вас с наступающим 8 марта. Вот, всего самого хорошего, любви, удачи. Вот, и обязательно приходите на наши игры. Будем приучать молодежь к спорту, это правильно. Здравствуйте. Разрешите поздравить вас с наступающим 8 марта. Пожелать всего хорошего и хотел пригласить вас на баскетбол, на ЦСКА, на наши игры. Приходите, болейте. Спасибо большое. Здравствуйте, добрый день. С наступающим 8 марта. Всего хорошего вам, здоровья. Разрешите поздравить вас с наступающим 8 марта. Вот. Спасибо, и вы прекрасны. 9 числа у нас будет игра против Уникахи, испанской команды, поэтому приходите. Я надеюсь, что я буду играть. Нам стоит дойти сюда, потому что люди все-таки тоже работают, и им будет приятно. Наверное, я надеюсь. Здравствуйте. Я к вам. Хотел поздравить вас с наступающим 8 марта. Вот это вам. Держите. Держите. Спасибо большое. Вот, осторожненько, держите. Спасибо. Вот, спасибо, вы прекрасны. Может быть, телефончик оставим? Пообщаемся после игры, может быть, прогуляемся. Нет? Ну ладно, Саня, спасибо. Все хорошо. Так, кажется, я влюбился. Ну да ладно, да ладно, да ладно. Здравствуйте. Ну возьмите, пожалуйста. Вы очень красивы. Хотел также пригласить на игру 9 марта. А перед игрой будет выступать группа «Браво», поэтому приходи. Спасибо. Бери друзей или, может быть, парня. У тебя есть парень? Так говорят, самые лучшие. И также, подождите, подождите, ну не бегите, не бегите. Вот, сейчас у меня... Нет, просто подарок. Это игра баскетбол 9 марта, ЦСКА Уникаха. Работает. Девушка, здравствуйте. Подождите, поздравить вас с наступающим 8 марта. Спасибо большое. Вот, это вам хотел также билеты на нашу игру баскетбол ЦСКА 9 марта. Перед игрой выступает здесь, группа, да? «Браво». Да, вот там все написано. А еще я вообще свободный молодой человек, поэтому, может быть, вы тоже свободны? Да. Да, здорово. Может быть, тогда после игры погуляем, поужинаем где-нибудь, пообщаемся. А я работаю все равно. Но... 9-го. 9-го игра... 10-го. Игра в 8 вечера, поэтому... Мне до 10. Ну, отлично, игра в 10 заканчивается. После игры я свободен, в принципе. Может быть, оставишь телефон? Меня Миша вообще зовут. Оставишь Спасибо. Телефон? Спасибо. Ну, запиши. Ну, давай. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна. Пение, конечно, не самая моя сильная черта. Баскетбол у меня получается играть лучше. Вот Калмы. Я знаю Калмы. Здравствуйте. Приходите. Спасибо. Болейте. Будем рады вас видеть. Очень приятно. Спасибо. Приходите. Спасибо. Обязательно приходите. Да, это роза особенная. О, пойдем. Девушка. Девушка, здравствуйте. Прекрасная роза для прекрасной девушки. С наступающим 8 марта. Хотел поздравить. Спасибо. Приятно, спасибо. Итак, 9 марта, 8 часов, Мегаспорт. Мы будем играть с Уникахой. Приходите, болейте, поддерживайте нас, а мы будем радовать вас своей игрой.